Привет всем, добро пожаловать на мой канал о рукоделии. И сейчас я буду распаковывать свою покупочку. Я купила себе такую вот швейную машинку, и сейчас мне муж поможет ее распаковать. И мы посмотрим, что внутри. Вот так она запакована. Тут у нас живет педаль. Еще лежит у нас тут инструкция, гарантия, и давайте разберем этот пенопласт. Какая красавица! Сразу же в комплекте стоит одна игла внутри. Вот такая педалька. Такая она по ощущениям довольно добротная, с очень плотного пластика, с коннектом для машинки, сдвоенный коннектор, да. Который подключается, с одной стороны будет у нас педалька, с другой стороны питание такое вот. И давайте мы ее вытянем теперь из пенопласта и посмотрим. Повернее ее ко мне мордочкой. Или боком. Мордочкой. Вот такие швы она умеет делать. Также она умеет делать петлю в автоматическом режиме. И также у нее тут должен быть... Сереж, помоги мне открыть вот этот отсек. В этом отсеке скрыта вся ее комплектация. Открой его, пожалуйста. Я не знаю, наверное, скорее всего, просто выщелкивается. И тут у нас есть что? Шпульки. Так, в комплектации у нас есть спариватель, шпульки. Такие вот... Накладочки, я подозреваю, для петель, лапка, еще одна лапка и набор иголочек вот такого размера. Для домашней работы, того, что я с ней собираюсь делать, мне этого комплекта хватит на первое время, пока я научусь ею пользоваться хорошо. А тогда я думаю, что комплектацию, если что-то надо, можно всегда докупить.
пробовала несколько видов швов. Тихонько, плавно, чудесно с ними справилась. Если вам понравилась моя покупочка и мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на новые видео, чтобы увидеть мои новые швейные проекты. Всем пока!